Ну, сейчас продолжим говорить про, получается, эти лагранжевые многообразия. И посмотрим на всякие симплектоморфизмы. Вот. Вообще, так, ну, давайте про лагранжевое многообразие. Вот у нас есть, ну, задачу сразу посмотрим. У нас есть R4 с инфинитной формой омега 0. Что у нас? Сумма dpi, dqi и от единицы до двух. И нужно найти лагранжевое многообразие. Найти. Которое как бы, ну, просто дифеоморфно Тору. Вот. Давайте кто-нибудь. Идеи. Что можно, что рассматривать, что будем смотреть. Двумерному тору, да. Да, это здесь дифеоморфизм, не в смысле как каких-то там симплектических штук, ну просто как гладких многообразий. Ну, ну где она нигде не равна нулю. Ну, если в R4 смотреть, но... Ну, на ограничение на ее... Да, L должно быть двумерным, тогда это лагранжево. Давайте, может, что-нибудь выйдет. Не знаю. Есть какие-нибудь идеи? Ну да, то есть у нас, давайте как-нибудь так, Q1 плюс Q1, да, ну скажем, R1 в квадрате, так, ну да, это и правда, там дифеоморфный тору, потому что у нас что там, это получается S1 на S1. Вот. Почему оно лагранжево? Ну, кто-нибудь. Выходи. Ну, можно расписать, что такое, например, dp1. Да. Вот, то же самое расписать второго. Вот. Что я для того хочу сделать? Возможно, взять еще раз потенциал. Нет, это и так. Ну да, это будет два формы какая-то. Сейчас я хочу. Точно не знаю. Можно еще там попробовать показать, что, ну, омега 0 это дифференциал формы. Поэтому по этим там 22. Ну, можно просто dp1 почти всегда выразить через dp1 явно. Да, да. dp1. Ну да, да, dp1 равно dp1, да. Да. Подставить туда. Ну да. Это верно. Вот. Форму, ну да, на самом деле тут еще видно, по-моему, что
здесь вектора в касательном пространстве. Что-то они у нас... А, не, ладно. Нет, да, это вот, вот так лучше, наверное, все-таки. Ну да, верно. Окей, так. Что, давайте дальше. Ну, сейчас вот вообще, я не знаю, может, вам говорили, может, нет, теорему о трубчатой окрестности. Слышали, нет? Окей. Это, наверное, ну, там есть другая, по-моему, да, есть другая в этом. А, еще Паита где-то. Здесь Куита, здесь Паита, да. Ну да, ну, суть понятна. Вот, ну, в симплифической геометрии есть... Она, кстати, по-моему, доказывает через ту теорему о трубчатой окрестности, которая в Риманове, наверное, вот в геометрии была, да? Где-то. Вот. А, ну, там она, по-моему, используется. И мы сейчас ее обсудим просто, ну как, когда ее просто дают, по-моему, не совсем ясен ее смысл. Вот, абстрактно. Посмотрим сейчас на ее применение. Пусть вот у нас есть m, омега, а это асимптическое многообразие. Какой-то L лагранжевое подмногообразие. Ну, даже компактный, ну, не даже, просто именно компактный. Вот. Тогда, ну, раз, вот на, у нас есть касательное расслоение, звездочка L, именно у L, и на нем есть форма каноническая, мы ее назовем как-нибудь, ну, омега-0. Да-да. Каноническая форма. Тогда утверждается, что существует окрестность у... Вот, да-да-да-да-да. Ну да, там трюк Мозера используется, и я не буду ее доказывать, потому что я не хочу с этим возиться. Ну, раз вы доказали. А, вот есть окрестность L, да, и есть окрестность U0. Это как бы она является... Она лежит в M, а вот это... Это звездочка L. Она вот... Надеюсь... Ну, как бы здесь мы предполагаем просто, что L вложена в Т-звездочка L, там, как нулевое сечение. Вот. И диффеоморфизм между ними. Диффеоморфизм, ну, он же, на самом деле, и симплектоморфизм. Вот. Из... Откуда? Ну, там без разницы, в какую сторону. Из У0. У такое, что финт как бы в ограничении на L это будет в некотором, ну, как бы тождественный, наверное, не совсем корректно, но я думаю, понятно, что он как бы, ну, L, а? Ну, да, 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 то есть нулевое сечение, ну, вот я, понятно, что здесь имеется в виду, да, 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 вот, и что у вас фи со звездочка от, получается, омега равняется... Омега-0. Ну, вот. Что у вас оказывается просто, ну, что это геометрически значит. Здесь у вас какое-то многообразие. В нем лежит L. И оказывается, что вот его окрестность можно хорошо, ну, то есть это как она диффеоморфна, ну, симплектоморфна, это по факту. Вот, какая-то окрестность, это звездочка L. Ну, описывается, вот. Я думаю, понятно в целом. Вот. И сейчас давайте посмотрим всякие применения как раз этого. Ну, вначале как раз еще одну задачку решим. Так. Здесь у нас есть два симплифицированных многообразия. М, омега М и Н,
омега n. И есть гладкое отображение между ними. F из m в n. Ну, а что мы можем сделать? Мы можем смотреть многообразие m на n. В нем у нас есть, получается, график этой функции. Это множество таких точек, что там получается x, f от x, где x пробегает многообразие m. Доказать, что f локальный симплектоморфизм. А, да, мы еще считаем, что dmm равняется там dm. Вот, что это тогда и только тогда, когда график функции f это лагранжевое подмногообразие. Сейчас я еще кое-что говорю. Ну, у нас есть многообразие это, но мы еще пока на нем никак не определили, получается, симплетрическую структуру. Давайте, я имею в виду, что симплетрическая структура на этом многообразии рассматривается как вот такая вот Pm со звездочкой от омега m минус Pn со звездочкой от омега n. Вот. Ну, я это... Ну, там, в общем, задачка такая. Кто-нибудь выйдет, решит? Ну да, ну ладно, давай кто-нибудь другой, чтобы, типа... Просто это нам пригодится как факт, а в целом задача, ну, это утверждение несложное. Главное, тут все формально хорошо расписать. Ну давайте уже кто-нибудь. Я пока стираю. Я сейчас помогу. Эта теорема не нужна. Пока что. Потом нам она пригодится. Ну или я сейчас кому... Ты уже выходил. Давайте. Давай. Давай только без координат. Из m? А нет, я понял. 1, 1, 1, 2, 2. Нет. Ты взял точки, это у тебя точка. Ты формой действуешь на точке. Вот так. Так, это надо выразить на многообразие. А давай сейчас пока что подумаем, типа, чему у тебя график f диффеоморфен? Ну, тут выбор не очень большой. Как просто, как многообразие гладкое. То есть я не имею в виду, что оно симплетическое или какое-то. Угу. А теперь нам нужно доказать, что по факту, ну, график у него какая размерность? У него размерность такая же получается, как и у m. Ну, получается, для того, чтобы доказать, что оно лагранжевое многообразие, достаточно доказать, что на нем форма просто, ну, как бы нулевая. А теперь, вот сам график f его не очень удобно рассматривать. Вот, во-первых, давай выберем, в какую сторону мы сейчас доказываем. А во-вторых, ну, наверное, как-то все-таки легче на f свести, чем на m свести, чем сам график рассматривать. Ну, там будет действительно тяжело. Угу.
Вот у нас есть омега, ограниченная на граф F. Ну, как бы да. Ну, и со звездочкой граф F, да? Ну, и со звездочкой омега. Где и вложение. И это мы вкладываем M в граф F. Ну, можно. Я просто имел в виду, что граф F вложение в M на N. Еще ты можешь рассмотреть как раз дифеоморфизм между M и граф F. Ну, это я просто вот эти два подсказываю, вот эти два, наверное, стоит посмотреть отображение. Так, теперь в терминах, наверное, и давай запишем, что такое, что значит, что граф F лагранжево. Да, ограничение мы как еще можем написать? А, это обратно перенос? Да. Да. А, ну, вот я говорю, просто с графом F неудобно работать. А если у тебя и со звездочкой омега равно нулю, там, как, тогда это когда? Все еще тяжело. Нужно, наверное, как-то фи использовать еще. Да, и это причем будет эквивалентность, получается. А? Ну и это просто сегодня с утра подумал, вроде нормально должно. А у тебя фид, он что? Ну да. Вот, и вот это уже, мне кажется, что будет получше расписать. Ну, омега, ты знаешь, формы там же тоже всякие, можно еще звездочки подставлять, подставлять. Да. Теперь уже здесь, по-моему, эти отображения, они плюс-минус нам известны. Ну, просто вкладываем, так что. А потом проецируем L. Соответственно, что ли? Да. Да. Ну и... Ну, первый уж можно... И D со звездочкой, наверное, омега, и D можно просто убрать. Но это уже на что-то должно быть похоже. А, ну это и означает, что оно сохраняет форму. Да, а то, что... Ну да, а то, что оно является именно как локальным дифеоморфизмом, это отсюда следует?
Есть идея. На самом деле следует. Не, мы ее сейчас. Не, ее здесь даже не надо использовать. Да и не надо. А вот. Ну, и здесь еще придется какое-то одно многообразие привлекать. Нет, то, что. Нет, это вообще по факту ничего не дает. Ну, оно лагранжевое, ну и ладно. Ну, возможно, если бы не было разницы над клипом, то форма стала бы выжженная на каком-то там да. пространстве. А еще можно это, если, наверное, это, ну, то есть я бы предложил, ну да, это правильно на самом деле, вот, потому что у тебя они одинаковой размерности, здесь именно важно, что одинаковая размерность, вот. А так еще можно посмотреть эти формы, которые n-той степени, и у тебя f со звездочкой коммутирует с этим, с внешним произведением. Там бы вылез где-то, наверное, детерминант. Ну, если в координатах рассматривать, и f бы нигде не был нулем. Детерминант. Ну вот. Ну и вроде это как бы в обе стороны. Сейчас там так как эквивалентность была везде, то да. Ладно, вроде верно. Ну, если еще обязательно, ну да, еще обязательно условие, что он еще размерность одинаковый. Да, и получается он локальный дифеоморфизм. Ну, это мы доказали просто, что у нас вот для форм вот такое вот верно. А отсюда уже следует, что это еще, оказывается, локальный дифеоморфизм, потому что везде этот детерминант, ну, если в координаты смотреть, то детерминант f нигде не ноль. Там вот эта матрица якобы. Ну это по факту вроде в обе, нет? Ну мы из-за того, что лагранжевое, что f локальный дифеоморфизм. А из-за того, что локальный дифеоморфизм, вроде просто по обратно по стрелочкам пройтись. Ну да. Угу. Так, а сейчас поговорим, обсудим как раз. Нам теорема на самом деле была нужна, чтобы как раз связать симплектоморфизмы с графиком. Что не с лагранжевым под многообразием в некотором многообразии. Да. Наверное, я сотру пока что. Вот. Кажется, с помощью вот этой задачки, вот той теоремы, мы сейчас можем неявно, на самом деле, но описать как-то все симплектоморфизмы, близкие к тождественному. C1 близкий, на самом деле, к тождественному. Я сейчас поясню, где этот C1 используется, но что такое C1 близкий, прямо точно определение давать не буду, оно там какое-то громоздкое и нигде обычно. Ну вот в книжке, которую вам дали, точно там не написано, в Дюсе я не смотрел. Да. Вот, получается, ну вообще, что у нас есть? Вот у нас есть M, симплектическое многообразие. И у нас есть какое-то F, симплектоморфизм, C1 близко тождественный. Мы его как-то хотим описать немного. Мы хотим дать описание всех симплектоморфизмов, близких к тождественному. Как вообще мы их там можем получать, там, чему они изоморфны, там, ну и все такое, ну, объективно, чему-то. Вот. Вот у нас есть, как бы, получается, многообразие MNM. Получается вот как раз с этой формой, ну, которая получается P1 со звездочкой омега минус P2 со звездочкой омега. Вот. И мы можем вложить наше многообразие M.
вэмная, ну точнее, вот этот вот график тождественного. О, сейчас я. Да, я, наверное, все-таки вот так вот напишу. И ноль или фи. Ладно, пускай будет фи. Оно отображает m в m. Это тождественно. Получается, это график просто тождественного. Вот будет образ. Это Лагранж по многообразию. Потому что тождественно уж точно симплектоморфизм. Вот. И что у нас получается? Вот у нас есть какое-то m на m. Мы как-то вложили. У нас есть какая-то еще тут форма омега. Вот это само m. И вот это. И вот у нас есть еще какая-нибудь близкое к тождественному отображению m себя симплектоморфизм. То есть он дает нам какое-то другое лагранжевое многообразие. Вот. Давайте воспользуемся как раз теоремой о трубчатой окрестности. Это у нас, ну, точнее, это у нас будет уже t звездочка, и здесь его, ну, нулевое сечение. Вот у нас что-то до этого окрестность назовем, это получается у 0. Здесь форма, ну, как там, омега 0, мы назовем ее, да. А это у 0 какая-то окрестность, ну, то есть дифферамбург, здесь пси пускай этих окрестностей. Он вот этот, получается, Лагранжа по многообразию переходит вот в это. А получается, какой-то наш график нашей функции f, он переходит во что-то вот такое вот. И мы, как бы, так как оно c1 близко, то оно там, у него нет вот таких вот, как я говорил в тот раз, каких-то завитушек. То есть над одной точкой, это как бы слой там t звездочка q m, он не пересекается с этим графиком там в двух, трех и так далее, и больше точек. То есть только в одной мы считаем, поэтому он там как-то, ну, как вот так вот себя плюс-минус выглядит. Вот. А мы еще в тот раз, получается, обсуждали, что такое. Ну, то есть это ведь, оно здесь, разве, если было лагранжевым, то, ну, это симплектоморфизм. Там вот у нас есть, то и получается оно и здесь лагранжевое. А мы в тот раз изучали, как рядом с нулевым сечением выглядят вот эти вот все лагранжевые многообразия. Кто-нибудь помнит, что это такое? Ну да, то есть это у нас, на самом деле, мы, получается, вот при таком конструкции f можем поставить в соответствие замкнутую форму. А вот альфа, это, конечно, один форму. Дальше равняется нулю. Вот. И сейчас я объясню плюс-минус, зачем нам эта конструкция. Ну, там есть просто парочка интересных утверждений, которые с ней связаны. То есть вот у нас есть какие-то. Ну и также вот здесь у нас каждая замкнутая форма, там достаточно, опять же, мы берем, что у нее там график попадает вот сюда. Мы берем обратно, типа делаем образ, хоп, вот здесь получился какое-то лагранжевое многообразие, и оно является графиком некоторой функции. Вот. У нас там взаимное однозначное соответствие получается. И что из этого выходит? Что если у нас есть, ну, там такое вот утверждение, теорема, это как бы в главе, в теме применения вот этой вот теоремы, как раз она достаточно интересная теорема. Пусть у нас есть как бы f из m в m близкое к тождественному, c1 близко, ну, c1 близкое к тождественному. К тождественному.
самом деле мы C1 близкость использовали то, что вот у нас как раз вообще график попадает в эту окрестность, а потом, что после образа этой, когда мы берем вот такой вот дифеоморфизм, то, что здесь вот как раз я говорил, пересечение только в одной точке, и тогда мы можем их взаимозначить соответствие между ними установить. Вот, и вот пусть у нас есть симплектоморфизм, C1 близкий к тождественному, симплектоморфизм. И еще мы потребуем, чтобы у M, я везде в предыдущих своих рассуждениях всегда считал, что M компактно. И здесь тоже считаю, что M компактно. Вот. И первая гомология драма M равна нулю. Тогда я утверждаю, что у F имеются две неподвижные точки. Есть какие-нибудь идеи, как это доказывать? На самом деле это... Вот это вот здесь, вот обязательно сразу вот это, наверное, как-то использовать. Ну и то, что пел гомология драма равна нулю. Есть идеи? Окей. Ну да. А первый имеет в виду один формы. Да, здесь у нас, вот здесь вот это, они как бы получаются, это один, короче, форма альфа здесь. Ну, это мы в тот раз обсуждали. То, что вот у нас Лагранж многоравие, вот такие вот, которые там близкие. Ну вот, да, у нас альфа, это dH для некоторых функций. Ну, h это функция на m, да, это, ну, h, да, из m в r. Ага, да, у нее есть максимум, минимум, да, что дальше? Ну, нет. Это R. Ну, это как бы, это же функция, она функция. Да. Вот. Ну, гладкая там, что понятно. Но у нее есть максимум минимум, это как бы правильно. То есть, да, тут какие-то две точки неподвижные, какой-то максимум минимум, но тут уже осталось дело за малым. F и альфа, да? Вот у тебя есть в M на M получается какая-то, ну, есть, во-первых, вот M, оно выглядит как график тождественного в начале. Вот мы берем окрестность из вот этой формулы, трубчатой окрестности. Вот, и окрестность M как вот нулевого сечения вот здесь вот. Получается потом мы считаем, что F вообще очень близко находится к тождественному, и оно влезает вот в эту окрестность. То есть у него здесь какой-то график есть. Я данным дифеоморфизмом просто составляю типа график, ну вот этот график вот сюда переношу. И здесь график это уже получается Лагранжево подмногообразие, а мы доказывали, что Лагранжево подмногообразие вот такого вида, что над каждой точкой у нас получается ровно по одному пересечению висит, они являются, ну то есть вообще любое многообразие здесь такого вида, что над каждой точкой висит всего, ну, в одной точке мы только пересекаем, оно у нас получается как график некоторого отображения из
L это звездочка L, причем альфа сечение, и у нас именно однозначно между формами есть. Ну, то есть у нас между такими отображениями, где альфа сечение, по факту это и есть форма. То есть ты к каждой точке сопоставляешь, получается, эту же точку и еще ковектор над ней. Вот. И у тебя получается вот таким образом альфа. Вот. Ну, на самом деле, типа, что у нас в максимуме и минимуме выполняется? Да. Ну да, дифференциал как бы ноль. То есть у нас есть две точки. Альфа, причем различные. Ну, либо она везде констант, тогда она везде ноль, понятно. Ну, мы считаем, что m состоит там точно не из одной точки. Тогда говорить их не о чем. Вот, альфа x равняется нулю и какой-то альфа y равняется нулю, где x и y из m. Вот. Ну и как бы, наверное, вообще, что такое неподвижная точка? Ну, как бы, если, ну, не знаю, на картинке, не картинке, вот что это? Вот здесь вот. Ну, L у нас здесь нету. Я не всем понимаю. Если... Вот там, где она пересекает диагональ. Да. То есть у тебя в этой же точке у тебя, получается, есть график тождественный. Ну, то есть, да, если она пересекает график тождественный, ну, значит, оно как раз и получается, что эту точку оставляет неподвижной. Вот. А здесь-то, получается, выражается в том, что у вас в какой-то точке как раз вот форму, которую мы сопоставили, она равняется нулю. То есть, и таким образом мы получаем, что у вас существуют две точки. Вот, ну, у нас есть две точки, где форма равняется нулю, и, соответственно, она оставляет, ну, то есть, вот, получается то, что мы хотели. Понятно? Окей. Напишу еще такое утверждение, что оно просто ту же самую идею использует абсолютно. Наверное, даже это проще получается. Если у нас есть x, ну, точнее, m, опять же, там какое-то симплектическое многообразие, и x его m сразу считаем компактным. И x тоже на всякий случай компактным, я уже точно не помню там. От чего точно требуется компактность. Вот, x его... хотя, наверное, только x требуется компактность. X — это лагранжево подмногообразие. То любое... то же самое условие, на самом деле, что как гомология Дерама, только сейчас в данном случае не всего m, а x первое равно нулю, вот, то оказывается, что вот если мы возьмем какое-нибудь другое лагранжевое подмногообразие, которое близко, c1 близко к x, опять же, ну, в каком-то плане, то у нас оно пересекается в двух точках с x. Ну, идея та же, только мы здесь уже не m на m смотрим, а просто само m, ну и сюда вкладываем x. Вот. Ну и все то же самое проделываем. Здесь это звездочка x. Вот. А сейчас давайте уже к другой теме. Получается, мы сейчас уже наконец-то дойдем до... Ну, дошли до... По факту гамильтонова вот эта вся механика, сейчас я напишу векторные поля. Ну вот у нас вообще там есть еще гипотеза Арнольда, то есть мы у симплектоморфизма можем как минимум вот знать число неподвижных точек. Это иногда полезно.
Ну, я говорю, здесь я не уверен, что вообще гипотеза Арнольда как-то связана именно с этим, там, и с этими утверждениями и чем-то. Но есть гипотеза Арнольда, которая у симплектоморфизмов оценивает их число, получается, критических точек через сумму снизу, через сумму размерности соответствующих гомологий всех, точнее. Вот. И вот такие утверждения вот такого рода там всякие есть. Ну, вообще, как бы, стараются как-то через какие-то геометрические свойства, как я понимаю, найти число, ну, то есть оценить снизу всегда у функций всяких число неподвижных точек. Ну, или критических. Я сейчас точно не буду формулировать гипотезу Арнольда, я не помню. Нет, нет, не менее. Да. То есть, да, хотя бы две неподвижные точки. Вот, ну, само тождественное, оно с одним близко к тождественному, оно имеет бесконечно много. Вот, так, а сейчас, ну, векторные поля. Рассмотрим всякие. На теоретических многообразиях. Вообще, вот пусть у нас есть M, какое-то многообразие. Ну, симплектическое. Там, омега. И пусть у нас есть векторное поле, которое, оно, я не помню, как они называют, которое, вот, есть векторное поле, и у него поток, получается, φ t, определен для любого t больше нуля, то есть φ t из m в m. Вот. Я больше нуля. Ну, понятно, можно взять либо, ну, либо просто такое нам повезло с таким полем, можно, чтобы носитель UX был компактный. Либо можно потребовать саму компактность M. Ну, это достаточно какие-то условия. Можно просто сказать, ну, давайте просто смотреть векторные поля, у которых, получается, все, ну, по времени хоть сколько можем, как бы, двигаться по, получается, интегральной кривой. Да. И вот что означает, как это еще можно переписать? Роман Николаевич Сусток, который это использовал где-то по-другому. То есть, что у нас... Не, неправильно. Ноль это у нас будет немного в другом случае. Чего не будет вообще. Как это еще можно записать? Ну, только в терминах поля X векторного. Да. Чего она? Чему равна? Да, ноль. Что для... Как ты что можно переписать проще? Да. Да. Ну да, вот это у нас получается 0 вращается, потому что, ну, d омега 0. У нас это переписывается как получается, что d и x омега равняется нулю. Ну, то есть, или если по-другому переписать, уже сразу определение напишем. Вот такое поле x называем, получается, симплектическим. Симплектическим, получается, векторным полем. Если и x омега замкнуто. Вот. И отсюда сразу вытекает второе определение. Что, ну, если замкнуто, то давайте еще и посмотрим точно. Вот. X мы будем называть гамильтоновым. Ну, векторным полем. Если x от омега — это точная у нас форма. Ну, хорошо.
И пусть у нас получается, как у нас определяются эти векторные поля, они определяются функциями, ну, на многообразии получается нашим. И вот пусть у нас есть какая-то функция h за, ну, я думаю, вы понимаете, почему клоню, то гамильтоновым векторным полем, соответствующей функции h, мы будем называть такое векторное поле, что выполнено здесь ставят именно минус. Ну, точнее, да. Ну, это от книжки к книжке, опять же, варьируется. Где-то минус не ставят, ставят. Мы будем ставить. Вот. Понятно, почему по h мы однозначно устанавливаем x от h. Да. У нас омега в каждой точке, получается, задает дифеоморфизм между, ну, точнее, изоморфизм между теку звездочка, теку m, ну и теку звездочка m. Вот. Из университета. Ну, вот. А, получается, по функции какой-то произвольной мы какое-то получаем однозначно определенное векторное поле. Ну, понятно, там гладкое, все с ним хорошо. Ну, аж гладкое, мы предполагаем. Вот. А, и давайте кто-нибудь запишет. Вот если у нас есть, получается, у нас что? У нас теорема Дарбу есть, которая говорит, что если мы возьмем какую-нибудь точку P из M, то в ее окрестности там омега выражается как M2N. Там. А, dp-то, dq-то. Кто-нибудь может выйти написать, как это векторное поле будет выглядеть? Ну вот еще у нас есть какая-то функция h. Ну, получается, она просто как, ну, мы уже в некоторых координатах работаем q1, qn, p1, pn в этой карте. Вот. Выявить, как выглядит поле XH кто-нибудь? Оно вам на самом деле знакомо, оно вам... Ну, не, давай вывести. Хотя тут что, да ладно, что тут типа выводить, просто вроде нормально. Ну, вы все помните, чему оно, надеюсь, равняется. Ну, или хотя бы представляете. А это, ну да, да, то есть у вас, на самом деле, у вас это, ну, сейчас давайте об этом тогда, я просто напишу тогда, а потом уже обсудим, получается. Ну, вот, что, как у нас... У нас XH должно иметь вид какой-то там что-то альфа ита d по d q ита плюс сумма там бета ита d по d по ита. Да давайте кто-нибудь выйдет. Я, конечно, могу и сам. Нет, давайте еще кто-нибудь. Я пока сотру. Ну, я вот написал x, можешь просто считать коэффициент там, да, чтобы не париться.
Ну да, верно. Ну и на самом деле, ну вот что у нас получилось, что у нас поле и кэш в этих координатах задается как, ну да, что там, кстати, да, сейчас вроде знак даже правильно да, получился, да, да, да. Дашь подопыты. Да, подакуиты. Минус. Ну, отдельную сумму напишу. Дашь подакуиты. Да, подапыты. Жид. Ладно, давайте жид. Вот. Если мы запишем, ну, как бы уравнение, которое у нас. Мы проинтегрируем, попытаемся проинтегрировать векторное поле. Что у нас получается d фи от t под t равняется xt композиция с фи t, где я xt подразумеваю, точнее не xt, xh. xh подразумеваю как отображение из самого многообразия в его экстренное расстояние. А так, кстати, векторные поля тоже, ну как это как формы их можно мыслить, ну вот как мы формы смотрели отображение m в t звездочка m, также векторные поля удобно мыслить. Вот. Причем там сечение, это сечениями они являются, то есть. Это я просто, вы на дивгене такое должны были проходить. А, вот. И получается уравнение, которое там, если в координатах писать, то мы получим как раз уравнение, как увеличить, как уравнение Гамильтона. Так, что у нас получается куита с точкой меняется до h по dpita. Я не помню, что там со знаком на самом деле. И dpita с точкой равняется минус dh по dqita. Вот, ну на самом деле это, если мы, здесь у нас было какое-то абстрактное многообразие m, а я как раз говорил, что как бы мы, у нас чаще всего какое-то есть ну, пространство координат, это многообразие L, вот, и мы к нему смотрим просто как касательное расслоение, и там есть каноническая форма, вот здесь вот уже у нас есть какие-то координаты на этом многообразии, ну и здесь появляются уже какие-то импульсы, и получается какая-то динамика. Ну, а функция H в теоретической механике по факту задается вот T и звездочка L, where находится его векторное поле, ну, интегрируется, вот. Что еще хотел сказать? Ну, по факту-то особо здесь. Сейчас я вспомню. А, в каком случае мы всегда можем сказать, что у нас любой, ну, ладно, это просто переформулировка определения, но когда у нас на многообразии любое симплетическое получается, да, векторное поле является гамильтоновым. Да. То есть любая форма замкнутая точна. Вот. А, то есть, вот, например, уже на Торе у нас ну, получается, что есть какие-то как называется, ну да, симплетические векторные поля, которые не являются гамильтоновыми. Вы можете их придумать. Вот. И что еще? Сейчас простираю, еще вспоминаю. Ну, там еще просто мы обсудим сейчас скобку Пуассона и всякое такое. Я просто, может, еще про это что-то хотел сказать. А, и, кстати, ну это такое. Вы знаете, как доказывать, что у вас, допустим, форма. Вот есть какое-то многообразие, какие у вас идеи, что доказать, что форма не является точный. Но она замкнута, но она не является точной. А форма не совпадает с размерностью многообразия. Ну, то есть. Да. То есть это вот всегда так работает. Ну, это такой небольшая, наверное. Просто. Может понадобиться. Ну да. То есть у нас там. У нас потому что есть двойственность между гомологиями и когомологиями. Вот, сейчас. Ну да, тогда. А, вот что, точно что я еще хотел сказать. Давайте, это тоже, это прям задачка. Давайте кто-нибудь еще сейчас пойдет ее решать. Она достаточно вроде простая. Вот есть у нас H
опять же, функция Гамильтона, буду так ее называть, доказать, что LXH от H, ну, да, ну, блин, производная у меня привычка просто, что она равняется нулю. Во-первых, что это значит сразу? И, ну да, это интегрирование, это производная ли совпадает просто x h от h. Вот. Да. А, что это значит, и можете ли вы это доказать? Не, это не альфа. Я, наверное, неправильно буду. Ну да, если в терминах теоретической механики, то это так. Ну, кто-нибудь докажет? Ну там из определения надо. Просто типа вот из этого вот. Подсказка. Давайте кто-нибудь выйдите, напишите. Никит, идешь? Да, давайте. Ну, оно здесь, ну да, по факту. Ну да. Ну, это у нас как бы ноль, мы считаем, что у нас, наверное. Ну да. Ноль, вот здесь. Ну, ты все правильно написал. Да. Контракция в себя, да? Ну да. Ну, я два раза поставил одно и то же поле, значит, там ноль. Потому что так асимметрично. Ну да. Ну, то есть, да, у вас вот получается, что на траекториях движения у вас сохраняется значение h. Ну, h — это первый интеграл, получается, да. Вот. А сейчас мы дадим, ну... А? Что вот здесь произошло? Ну, это получается, что это омега, это минус омега x на x. Когда омега кос симметрична. Но это внутреннее произведение. Не, ну потому что dh — это вот это вот минус вот это вот. А еще у нас было снаружи внутреннее произведение. У нас получилось дважды внутреннее произведение. Да. И то есть, если оно у нас дважды, то получается вот это равняется вот этому, оно это просто уже ноль. Вот. И... Ну да. Хотя у меня там всего доска еще свободно. Нормально. Давайте сразу скобку Пуассона определим. Инвариантная, а не... Ну вот, у нас на теоретической механике ее только, по-моему, в координатах определяли. Давайте сейчас инвариант пытаемся определить. Пусть у нас есть функции 2 fg из mvar. Вот. И определим новую функцию следующим образом. Мы рассмотрим, получается, если у нас по каждой функции строится соответствующее векторное поле, и мы берем их, ну, форму к ним применяем. Получаем мы их скобку Пуассона. Вот это определение скобки Пуассона. И про нее нужно... Ну, получается, у нас косо-симметричность есть, понятно.
линейность по каждому, ну, потому что вот эта вот штука тоже линейна по h, то и по, ну, h1 плюс h2, и у нас векторные поля тоже будут складываться. Ну, понятно, в общем. Ну, и если на константу умножать, тоже все, все хорошо. То есть эта штука еще и линейная по каждому аргументу. А вот какое еще у нас там свойство алгебры есть? Да, тоже все и коби. Ну, сейчас, наверное, в координатах мы его не будем проверять, хотя можно. Ну, я думаю, вы сами с этим справитесь. Вот. Ну, можно как бы... То, что Викоби, оно там предполагает, что у вас вот это вот все три штуки... А, нет, мы сейчас вначале другое утверждение докажем. И там плюс-минус тоже здесь твоя Куби, Якоби будет оттуда следовать. Сейчас мы посмотрим. На самом деле, вот если мы, получается, рассмотрим скобку Пуассона, точнее, векторное поле, порожденное вот такой вот скобкой Пуассона, то мы получим коммутатор XF и G. Ну, на самом деле, тоже якобы можно вот вручную проверить, там, просто, да, вот теорема Дарбу воспользоваться там всем таким, ну, и проверить в координатах. Вот. А вот это у нас, вообще, что у нас получается? Мы, когда сопоставляем какой-то функции его векторное поле, то у нас происходит, получается, такое отображение из C бесконечности M в векторные поля. Я думаю, может, не обозначение там общепринято использовать, но я думаю, понятно, о чем речь. То есть мы функцию h сопоставляем векторное поле xh. И оказывается, что скобка пуассонная образует алгебру Ли, ну и мы знаем, что просто вот скобка Ли на пространстве векторных полей, она тоже образует, ну, алгебру Ли. Вот. И получается, что если мы вот сейчас докажем вот это утверждение, то чем у нас является такое отображение? Гомоморфизм. Дирекция неправда. Да. Ну, можно, конечно, смотреть, как гамильтоновые, да, векторные поля, тогда это правда. Хотя не уверен, там ядро может быть не нулевым. Вот. Оно с реакцией будет, а инъекции не уверен. Ну, давайте кто-нибудь выйдет вот это, накажет такое. Уже нетривиальная вещь. А, я это, наверное, оставлю. Ну, я думаю, той доски должно хватить, если мелко писать. Ну, и не с этой можно еще использовать. Там, правда, нужно, наверное, напомнить одну формулу, потому что, ну, если ее не помнить, то там прям можно, конечно, долго возиться с этим. Но это из прямо прошлого семестра. Я не знаю, может, ее не было, но, если что, она гуглится как свойство там вот этих вот всяких внутренних, точнее, как там переставлять всякие операции, не друг с другом взаимодействуют. Если у нас есть два векторных поля и какая-то форма альфа, то, ну, внутреннее образование этой скобки Ли, это то же самое, что, сейчас вспомню, Lx и y альфа минус y Lx альфа. Вроде так, я сейчас посмотрю, там с точностью до знака. Где-то я написал. Да, это вот так. Ну и уже используя эту формулу, можете доказать вот верхнюю штуку. Давайте кто-нибудь выйдет. Ты был. Давайте кто-нибудь. Алжас.
что я мел найду, думаю. А, да, 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 это Y. Может, лучше мел побольше. Я думаю, что, наверное, лучше вначале списать. Сейчас я подумаю. Наверное, вот это, по-моему. Сейчас. Как я делал? Да, я так делал. Не, саму ее не надо расписывать. Ее нужно, наверное, если мы хотим сказать, что оно гамильтоново, является гамильтоновым для вот этой функции, то нужно как бы... Вот сейчас еще одну штуку напишу, чтобы она у нас была тоже на видном месте, что у нас и x h atomic равняется минус 2 h. Ты хочешь доказать, что у тебя и xf и g atomic равняется что там, минус d f. Хорошо, сейчас поменяем. Да, все верно. Наверное, стоит еще расписать что-то. Сейчас я какой-то выражение буду делать. Ссылки после. Ну, ты еще, у тебя производная ли, наверное, она тоже не очень удобная. Ее тоже стоит расписать. Ну, формула Картана, имею в виду. Что-то сразу обнуляется. Ой, даже много чего обнуляется должно. Это же, да. Это LXF, YG, YG, LXF. LX и Y, LX. Да. Здесь все верно. Давай. Давай по слагаемым идти. Вот это вообще... Что такое YG? Омега. Это как-то еще чуть-чуть что-то можно выразить? Это минус D, G. Да. D, то есть... Да. Ну, здесь что-то такое же будет. Пока не занимается. Да, пока с этим ничего не делаем. Это что? Ну да. У тебя же омега, она что? Определение многообразия симплектического. Она замкнута. Да. И здесь тоже. Ну да, то есть то же самое, да. Осталось вот это. Да. То есть это. Ну это. Да. Вот это слагаем. Вот это? Да.
же самое мы здесь, это получилось минус df. Потом еще один дифференциал. Ну, вот это минус. А, это по определению минус df. Да. Ну да, сейчас у нас там нормально. Вот, и таким образом, ну вот, мы доказали, что вот это вот и есть гомоморфизм алгебры Ли. Вот, что там еще? Оно следует не совсем прямо так, да, я согласен, что оно отсюда, то есть его, короче, само то же самое, я говорю, можно доказать ручками, а можно доказать, что, возможно, это можно как-то модифицировать, что то, что якобы там равняется не нулю, а константе. Потому что если вы вот такой гомоморфизм провернете, у вас получится, что, ну, так как этот у нас ведь является именно алгебра или то у вас получается вот эта скобочка, она, ну, что-то у вас. Да. То есть у вас, ну, и, короче, тут как три этих слагаемых циклическое это, оно перешло у вас в ноль. А это что значит? Это у вас значит, что дифференциал этой штуки у вас ноль. А если у вас дифференциал от этой штуки ноль, то везде. Ну и многообразие мы считаем. Если на каждой компоненте связанности получается у вас константа эта штука. Вот что это константа ноль, это я, возможно, это как-то доказывается не руками, но, по-моему, все-таки руками придется проверять по факту. Вот. Ну и у нас, по-моему, по времени мы уже ничего особо не успеваем. 5 минут. Давайте сейчас еще обсудим. Сейчас. А, ну... Да. Просто задачку напишу, возможно, ну, я вам оставлю, в домашку засуну. Если успеем сейчас решить, то успеем, хорошо. Если не успеем, ну, не успеем. А, ну и если что, скобка Пуассона там вычисляется в координатах, ну как вас учили на термехе, что если, ну в координатах, которые опять экономических, там f, g равняется сумма там df по dpit, dg по dqit, я здесь вот со знаком не знаю, плюс-минус скажу, минус, ну что, df по dqit, dg по dpit. Нет, не сюда. Вот. А задачка. Доказать, что у вас... Сейчас скажу. Вот. Что не существует больше, чем n линейно независимых функций f1, fk в каждой точке, в смысле, что они в каждой точке линейно независимы, вот, которые, а что? Да. То есть, которые, и что между ними f и fg равняется нулю. Любой паре и g. Ну, в том числе. Понятно, что f и f равняется нулю. Вот. Такая вот штука. Ну еще вот ваше предложение.
К, доказать, что К не больше равняется, чем N. Они, их дифференциалы линейно независимы в каждой точке. Нет, функционально независимые, неправда. Там как-то, я, кстати, сейчас не помню, как там у нас функциональная независимость связана с линейной зависимостью дифференциала в каждой точке. Ну там что-то такое есть, было утверждение, по-моему, это не где-то. Мы доказывали в третьем семестре. Но я сейчас точно не помню. Ну, то есть именно я вот сформулировал, как сформулировал, что они. Вот если они линейно независимы в каждой точке, то. Ноль. Что они у вас, да, что они у вас, правильно было сказано, находятся в инволюции. Так, еще что я... Ну, это ладно, это потом еще обсудим. Ну, а пара кончилась. Короче, это вам надо, мы останемся тогда. Ну, там есть там про базис есть задачки интересные тоже. Ну, это будет. Но здесь, я не знаю, может, попытайтесь, короче. Там есть разные. Ну, я знаю одно решение точно. Может, что-нибудь другое придумайте.